часто слышит, во покрови помоги. Нас выручай, Христос, благой не погуби. Гораздо меньше признаемся мы в любви, чтобы ее Иисусу принести. Любит ли Господа, как Давид любил, и как Мария любила Христа? Любит ли Господа, как Иоанн любил, и как любили его ученики? Хоть час за часом, день за днем идут года, мы не желаем расставаться никогда. Всем, кто нас спас от вечной смерти навсегда, сегодня можем мы вопрос задать. Любим ли Господа, так как Давид любил, и как Мария любила Христа? Любим ли Господа, как Иоанн любил, и как любили его ученики? Вот наступает ночи бури, слышен вон, но помним голос, ты не бойся, я с тобой. Тебя.